Ребята, как давно вы образовались? И почему именно Брэдер? Что? Почему группа называется именно Брэдер? А ну Керова знает, ну Брэдер, Брэдер. Да, Брэдер это, короче, да, это, так сказать, твое мировоззрение. Загалим, покажи, блядь. Печать. У меня на члене вот такая печать. Я тебе, если хочешь, могу потом после интервью показать индивидуально. Ну хорошо, тогда скажи мне, пожалуйста, как давно ты в себе обнаружил такой вокальный, такие вокальные дары? Он обнаружил. Длинный вокал. Пою, нехуй делать. Могу и так, знаешь, и так. А что вы у меня вопросы задают? А кто тебе текст пишет? Пишет тексты нам никто. Тексты у нас чисто сугубо психологические и возникают спонтанно. Ну, это не есть, что сказать, музыка. Это данный этап, так называемая эйфория. Ну, поддерживаемая наркотическими веществами там. Ну, а самое лучшее, это использовать морфиновый гидрохлорид, пятипроцентный раствор. Потому что он как бы тонизирует человеческий организм, подстегивает его психику. Ну, и дело в том, что, видите, оно даже когда вот, например, выступает в таких, пронизанных сплошь и рядом таким опиумным дурманом молодых лиц, то оно, например, видно сразу, что там, чем отличается от чего. А чувствуется разница между бомбером и, допустим, этим концертом? Что хуйня, что это хуйня? Вот это обе хуйни такие, что я, блядь, ебал ее маму рот. Это можете вырезать полностью. Зеро хиро. Врубайтесь.